хулиган против отличницы. Я чувствую, меня будут обвинять во всем. Почему бы и нет? Трамп и Хиллари впервые схлестнулись в очном споре. Да. Дональд, рада видеть тебя. Почему американцы готовы голосовать против всех? Who shot shit down? И кого в Европе хотят видеть главой Белого дома? Европа. Политика Трампа является позитивной для Европы. Об этом сегодня в нашей программе. Я Ольга Белова. Я Андрей Норкин. Это место встречи на НТВ. Место, где все становится ясно. Мы работаем в прямом эфире. Итак, несколько часов назад в США завершилась битва титанов. Так уже окрестили теледебаты кандидатов в президенты Хиллари Клинтон и Дональда Трампа. В прямом эфире за этим захватывающим без привлечения шоу следили не менее 100 миллионов человек. Это абсолютный рекорд для такого рода мероприятий. Но я согласна, посмотреть было действительно на и что. И будет еще на что, потому что еще два раза дебаты пройдут между Трампом и Клинтоном. Один раз будут встречаться кандидаты и их вице-президенты. Вот, что касается Клинтона и Трампа. Они действительно встречались впервые тет-а-тет, потому что полемика до этого шла заочно. И хотя большую часть, вот минувшей ночью, они говорили о внутренних проблемах Америки, про Россию, про Путина тоже, естественно, не забыли. Давайте мы для начала некоторые наиболее яркие цитаты рассмотрим. Авторитет США как ядерной державы уменьшается. Россия расширяет свои возможности. У них их гораздо больше, чем у нас. Мы не обновляемся. Человека, которого можно спровоцировать твитом, вообще нельзя подпускать даже близко к ядерному оружию. Я колесил по стране и видел реальное положение вещей. Хиллари в это время отсиживалась дома. Я готовилась к дебатам и к тому, чтобы занять пост президента. У нее не президентский вид, у нее нет сил, чтобы быть президентом. Я просто не верю, что она на это способна. Вот когда он посетит 112 стран и проведет там переговоры, а также будет на протяжении 11 часов давать показания в Конгрессе, вот после этого пусть поговорит со мной о выносливости. Майкл, а ваши симпатии сейчас на чьей стороне? Я понимаю, что вы за Клинтон, но тем не менее. Нет, ну, очевидно, что Клинтон выиграла. Но я очень разочаровалась. На основании дебаты, чего? Дебаты. Но я очень разочаровалась Клинтон. Она начала с наглой лжи. Может быть, вы не заметили. Первое слово она сказала, что очень приятно с Трампом быть на Да, на рада видеть цене. Тебя, Дональд. Да. Поэтому... Очевидно, что она кривит душой. Но если серьезно, да, она выглядела очень по-президентски. Она в хорошей форме подошла, да, к этим теледебатам. Вот это попытка, Трампа, вот эта невыносливость и так далее. Она очень, она показала, что она здоровая женщина, она подготовлена. То есть он тоже... Подождите, тихо. Майкл, то есть Трамп тоже кривил душой, получается? Ну, это всегда его попытка... сделать Клинтон, ну, я не знаю, старой, нездоровой женщиной, но посмотрите на Клинтон, она прекрасно выглядела, она прекрасно выступала, у нее факты были. Это Трамп, который выглядел бледным. По поводу России. Несколько раз на этих дебатах говорили о России. Давайте небольшие фрагменты мы прямо сейчас послушаем. Будьте добры, покажите нам. Путин играет в жесткую и долгую игру. Он выпустил на свободу киберпреступников, чтобы взламывать государственные и частные файлы, в том числе Национального комитета Демократической партии. Недавно мы узнали, что это один из его любимых способов сеять хаос и собирать информацию. Думаю, никто не знает, кто на самом деле взломал Национальный комитет Демократической партии. Вы говорите «Россия», но я не знаю, может и она, но мог быть и Китай, и много других людей. Это мог быть кто-то на диване весом 400 фунтов. 400 фунтов — это много? Это очень такой это трудный кто? Человек. Да, она с самого начала она очень смело заявляет о причастности России. Это немножко... А что здесь смелого? Взять голословно, нет, обвинить, какая она, здесь смелость? Она могла бы по-другому сказать, что это ведущая версия. Или, я так считаю. Майкл, или я опираюсь Майкл, на у меня мнение к вам вопрос. Экспертов в области безопасности. Но она говорит, что это 100%. По очереди, Россия, пожалуйста. Россия стоит за этим, но это немножко смело. Она себе во вред это говорит.
Это действительно ведущие версии. Это ведущие версии. Это не ее мнение, это мнение экспертов. Я бы так сказал, что это ведущие версии, что, скорее всего, каких экспертов? Майкл, коллеги, можно послушать одну минуту? Я с вами категорически почему не соглашусь. Вы все время под словами, так же, как рассуждает госпожа Клинтон, вообще, понимаете? А я ничего конкретного из ее уст вообще не слышала ни разу. Абсолютно. Ни по развитию Америки, ни вообще в мировом пространстве, как она себя видит, ничего. Я хочу сказать, что американцы, вы сами знаете, какой народ, умный или нет? Скажите мне, как вы считаете? Наверное, сегодня должны были заметить... Можно я отвечу на ваш вопрос? Послушайте, наверное, сегодня госпожа Клинтон должна была заметить, что мир поменялся, что совсем другое происходит, что люди меняются во всех странах. Она осталась на том же, на чем сидит каждый день, на том же месте. И пытается сказать, что 30 лет у власти находясь, вот она опять, это небольшой срок, так какой ей нужен срок, чтобы скопить сколько еще смертей, войн, разрушений и так далее. Можно я отвечу? Я все-таки это скажу. Вы говорите о кибер. Она не говорит о том, что изначально она виновата в том, что ее потом рассекретили того, что она допустила. Она не признает своей вины. Она пытается переложить вину на взломщиков. Но кто же будет признавать свою вину во время кампании? Понятно, при этом она говорит... Давайте мы дадим Майклу возможность ответить. По поводу того, умная ли Америка, не умная. И вчера, между прочим, вы стебались над тем, что... Мы вообще не стебались. Что мы делали, Майкл? У нас серьезная программа. Мы такими вещами не занимаемся. Тем, что американцы якобы не знают, где Украина. Это ладно. Это не мы, это ваша. Это ваш азарт. Это Comedy Central, это ваша программа. Это ваша программа, Майкл. Вопрос. Да умные американцы, кто же спорит-то? Ну, никто же не спорит. Весь мир рвется учиться в Америке, в том числе и россияне. Американские университеты самые ведущие. Ни один российский вуз входит в список самых престижных или авторитетных вузов. Во-первых, это Майкл, устаревшие данные. Во-первых, по последним рейтингам 11 российских вузов входят в ведущую сотню. Это российский рейтинг? Во-вторых, нет, это не российский рейтинг. Мы такие рейтинги не ведем. Так обидели вы Майкла вообще, подождите, на ровном сейчас, месте. Подожди. Но он же говорит, что мы стебемся. Я самый серьезный телеведущий вообще. Нет, вот это прием Задорнова, что какого тупые американцы. Это просто все и рвутся туда. Задорнов вообще. Все занимается в эфире вам телекомпании вопрос, НТВ что... бичеванием и высмеиванием российских проблем. Майкл, так, Майкл, а можно задать так, вопрос? Секунду, подождите. Можно задать вы вопрос Майклу? Опустите. Лауреатов, все. Майкл, так, Майкл, вы знаете, Майкл, даже вы сейчас скажи, меня пожалуйста. Не услышали. Так, тише, пожалуйста, Ольга Викторовна. Потому что я сказала это применительно к тому, что должны разобраться, кто лжет, у кого маска на лице, кто способен на что и не способен, и кто способен втягивать дальше народы в войны, диктовать свою силу, диктовать только свою личную волю и так далее, а не видеть те изменения, которые есть в этом мире. Я все-таки хотел бы вот вернуться к вопросу, связанному с Россией, потому что я не согласен с Майклом, когда он говорит, что это мнение экспертов. Вот смотрите, она же неоднократно говорила, и буквально вот здесь опять мы услышали, значит, русские, там Путин выпустил этих хакеров на свободу, как будто они у нас там где-то в подземелье сидели, а потом мы их, значит, выпускаем. При этом же, Майкл, представители Белого дома, в котором сидят те же самые демократы, да, то есть представители той же самой партии, точно так же многократно официально говорят, что у нас нет никаких доказательств. А она продолжает об этом говорить. Поэтому я сказал смело. Да, вот я говорю. Да, Олег, пожалуйста, тянули вы руку. Майкл, у меня к тебе вопрос. Ага. Если бы тебя, предположим, посадили в тюрьму на основании мнения экспертов, то есть ты бы как это воспринял? Без заключения. Вот это первое. Секунду. Так как доказательства не предъявлено ни одного. Она не суд. Мнение экспертов. Кто-то считает, что это российские хакеры. Давайте на основании экспертов принимать законы. Давайте на основании экспертов обвинения выносить. Как это возможно? Это все будет в судебном процессе. Хорошо. Доказательства хоть одно. Кто-нибудь может назвать? Она не судья. Документы, факты. Ведь интернет, он лежит на ладони. Нет, подождите. Но может быть тогда правильнее говорить, что Россия на самом деле враг не реальный, а такой предвыборный, Игорь Владимирович. Виртуальный. Нет, виртуальный, там, давай, предвыборный. Давайте. Друзья мои, значит, это не Задорнов сказал, что американцы тупые, это сказала Хиллари Клинтон, которая
Кремль объявила, что российские хакеры взломали самую мощную американскую киберсистему, где учатся самые талантливые яйцеголовые, которые обеспечивают безопасность США. А какой-то Ваня в Пскове сидит в чулане, значит, в ушанках, балалайка и медведев и разбивает, понимаете, почту Хиллари Клинтон. Это говорит о том, что Америка пустышка, понимаете, пустышка. Вся проблема в том, что самые умные американские хакеры сидят в американской тюрьме. Вот, а вопрос кому? Американцы без суда и следствия держат людей в тюрьме Гуантанамо. Вам надо уважать своих хакеров. Это конфликт. Предупреждительно к своим хакерам. Они самые ведущие, самые талантливые в мире. Вы же своих не уважаете. Все уважают ваших хакеров. Они впереди планеты все. И вас в том числе могут подразумеваться сотрудничество КГБ. Майкл, тебе случайно не было такой причины? Тише. Майкл, наверное, очень удивляется, как мы хорошо осведомлены в американской политике. Нет, он уже не удивляется никому. Но я бы хотел сказать... Он смирился. Нам вообще все равно, кто из них будет президентом. Нам нужно, как вот России, выжить из этой кампании максимум для себя. Не видно, что то вам все равно. Конкретно, не да, видно. Именно так, Майкл, все равно, кто будет, это ваш выбор. А мы должны предложить нормальное взаимодействие после выборов. Это абсолютно точно. И у нас есть в чем взаимодействовать. Вы наверное, лукавите. Забыли, что мы вам помогали в Афганистане, причем очень сильно. Первый, кто откликнулся после 11 сентября на трагедию, был российский президент. Да, не надо этого забывать. Вы об это этом тоже говорите. Важно. Далее, у нас есть много с вами общего по сотрудничеству. Давайте можно забыть и Сирию, и Украину, но мы точно знаем, что есть ИГИЛ, и с ним надо бороться. Мы точно с вами знаем, что есть проблемы распространения ядерного оружия и средств их доставки. В конце концов, экология. У нас много общего. Поэтому в этом отношении нам нужно выстроить прагматичную позицию. И здесь нужно точно понимать, что нужно для Российской Федерации. Это да, но вот это вот разговор на уровне там Трампа, на уровне Клинтон, кто бы там ни был. Я прошу прощения, но вы же не будете отрицать, что очень часто личные взаимоотношения между президентами, какие-то вот дружеские, они очень сильно влияют в целом на политику. Мы с вами но сколько угодно можем сейчас, вы знаете, демагогию разводить, что нам нужно. Но если придет Клинтон к власти, я так думаю, что будет договариваться сложнее все-таки. Есть ли выбор? Дональд был одним из тех, с кого начался кризис. Вообще-то все это начала секретарь Клинтон. Почему кандидатов в президенты Америки не воспринимают всерьез? Будет ли Америка исполнять роль мирового жандарма и дальше? Я не думаю, что Америка может или должна навязывать свою систему управления другим странам. И кого в Европе хотят видеть новым главой Белого дома? Европа. Политика Трампа является позитивной для Европы. Об этом прямо сейчас. Я Андрей Норкин. Это место встречи на НТВ. Место, где все становится ясно. Мы продолжаем. Мы остановились на таком, в общем-то, весьма нервном вопросе для Америки. Это расовый вопрос. Вот Обама уже сказал, Майкл, да, что он не в состоянии решить расовый вопрос. Как вы думаете, новый глава Белого дома справится или нет? Или это такая проблема, которая нерешаема? Я думаю, что Клинтон имеет больше шансов решать этот вопрос, хотя он сложный по определению. Обвиняют Трампа в расизме, в скрытом расизме. Помните, когда он вел... А расизма нету в Америке? Нет, есть. Когда он вел... Успокойтесь, есть расизм. Есть. Да. Майкл, чуть-чуть так. А можно, я хочу пояснить, когда он вел эту кампанию, проблема, Обама вроде бы не родился в Америке, но да. Это считалось, что это российская кампания. Я не вижу, если честно, российской составляющей в этом, но бог с ним. А как Клинтон будет решать эту проблему, которую, вот если бы мне сказали 10 лет назад, что будут такие массовые беспорядки, когда национальную гвардию будут водить города, и где, собственно, не каких-то там, я не знаю, там террористов будут водить, а где силы охраны правопорядка будут разгонять местных жителей. Да, в основном афроамериканцев. Я бы не поверил. Вот как Клинтон будет это решать, когда проблема, она вот лопнула этот пузырь именно сейчас, когда демократы у власти. Что она другого может предложить? Я не знаю, как она решит эту проблему, но что касается вот именно терроризма, все опросы общественного мнения говорят, что американцы верят больше в Трампа, что он может лучше справиться с терроризмом, чем Клинтон. Я думаю, что здесь есть...
Потому что он больше готов на какие-то жесткие меры, может быть, не такие вот популистские, как которые Клинтон предлагает. Это раз. Во-вторых, я думаю, что есть скрытый сексизм в этом. Ушел этот Black Lives Matter. То есть черные жизни имеют значение. А получается, что не имеют. Колеблющиеся Штаты Америки. Я чувствую, меня будут обвинять во всем. Будет ли Вашингтон исполнять роль мирового жандарма и дальше? Я не думаю, что Америка может или должна навязывать свою систему управления другим странам. Об этом прямо сейчас. Я Ольга Белова. Я Андрей Норкин. Это место встречи на НТВ. Место, где все становится ясно. Мы продолжаем. Но прежде чем перейдем к роли Америки как вот такого главного мирового жандарма, еще несколько слов по поводу того, как проходит президентская кампания в Соединенных Штатах. Мы вот сейчас остановились на каких-то таких провокационных моментах, когда кандидаты на пост президента проходят проверку, в том числе и на чувство юмора. Это важно, на самом деле, для американской политики. Ну, несколько раз показывали вам фрагменты из шоу Джимми Фэллона, вот когда он там Трампу по волосам теребил, или когда он сидел в маске с Клинтона и руки дезинфицировал. Но это как бы одно разновидность шоу. Есть другие программы, где провокации гораздо более серьезные, потому что там от кандидата требуется отвечать на вопрос. Не просто там сидеть и рожи корчить, да, отвечать. И в самом конце этой программы Галифианакис ее спросил, ну ладно, типа до свидания. Как, кстати, с вами лучше связаться? По электронной почте? Она вообще ничего не ответила. Вот, Майкл, скажите, вот эта история, вот сейчас мы видели совершенно другую Клинтон. Вот этого ничего нет. Она это злая, все... она рассерженная, она не может ничего это все ответить. Постановочная. А зачем смысл в таких постановках? Чтобы смеяться над собой. Я думаю, что вот ведущий он изображал как раз Трампа в этом так. ролике. Он изображал Трампа. То есть я думаю, что женский фактор будет очень, очень большим в предвыборной кампании. У него были такие женовопские скандалы, высказывания против женщин. Она же ничем не ответила. Она все это съела, ушла. Я просто очень коротко скажу, что есть такой термин, называется он «октябрьский казус». Значит, речь идет о том, что в октябре может быть обнародовано огромное количество информации, компрометирующей Хиллари Клинтон очень и очень серьезно. И пока действительно похоже на... С подачи Ассанжа. А какая разница? Что? Русских хакеров. Ну и что? Ассанж не хакер. Он же журналист. Майкл, вот смотрите, вот это ваше классическое передергивание. Я не концентрирую, я спрашиваю, вы обсуждаете... Откуда? Стоп. Ну, от хакеров. От хакеров, так. Ну, подожди, а то, что хакеры раскопали, это что, неправда, что ли? Да. Что да? Но, нет, не надо ссылаться на Ассанжа. Откуда Ассанж получает информацию? Майкл, у вас причинно-следственная связь нарушена. Вы говорите о том, что какое безобразие, хакеры вскрыли факты. А мы говорим, какое безобразие, хакеры вскрыли факты о преступлениях. Вы не рассматриваете преступления, которые Клинтон сделала. Вот Игорь Туфель говорил о том, что они сделали с компанией Сандерса. Вы на это не смотрите. Вы смотрите только на то, что это сделали хакеры, возможно, русские. Нет, Майкл, не смотрите вы на это. В избирательной кампании очень важно вот именно вот этот момент, когда вот Трамп набирает обороты, а Хиллари теряет. Это как Сталинградская битва, понимаете? Если наши победили в Сталинградской битве, идет до Берлина. И вот Трамп это перешел. Второй момент. Вот почему все вот американские системы все прошают семье Клинтон? Почему? Билл Клинтон и вся их семья была обвинена, значит, сокрытие налогов. Не платили налоги от 40 или сколько-то миллионов. Билл Клинтон был замешан в сексуальном скандале. Хиллари Клинтон был замешан в распространении государственной тайны, нечестным ведением кампании и так далее. Почему все с нее сходит с рук? Что это такая коррумпированная вся американская система? Значит, им все можно, а вот таким, как Трамп, ничего не прощается. Она опубликовала налоговую декларацию? Что она опубликовала? Украденные 150 миллионов долларов. Я публикую налогов. После вас. А это коррумпированная семья. Семья Клинтонов американцам достала так, уже, все, понимаете? Все. На НТВ место встречи. Сегодня мы говорили о том, чего стоит ждать после выборов Соединенных Штатов, отталкиваясь от первых президентских дебатов Клинтон-Трамп. Давайте коротко подведем итог. Итак, с каким президентом США, Трампом или с Клинтон, будет нам проще России договариваться? И почему, Майкл? Вот очевидно, что с Трампом до поры до времени. Мы уже видим, что Россия ссорится со всеми странами. Я думаю, что если Трамп станет президентом...
Россия она поссорится и с Трампом. Умудрится и поссорится с Трампом. Понятно. Россия. Да.